Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Псалом 118, 164 стих. Семикратно в день прославляю Тебя за суды правды Твоей. Первое послание Фессалоникийцам 5:17. Непрестанно молитесь. Слава Тебе, Господи, за сегодняшний день, за то, что жизнь продлил и разум сохранил. Научи нас, Господи, трудиться с радостью, открыть и приумножить дарованные Тобой таланты. Дай нам добрых наставников, советников и помощников. Аллилуйя! Слава Тебе, наш милосердный Бог Иакова. Авва, Отче, услыши молитву нашу, свят. Никогда не видал, чтоб кошка открывала дверки, а там выдвигаются, как ящик. И она оттуда вытаскивает перышки, это крылья голубиные, ночью. Два крылышка лежала, вытащила и села, и большое стекло увеличительное утащила к порогу. Вот сейчас при мне она открыла, видишь, еще делает. Это бомжишка. С голоду не помрет. Видишь, упирается куда. Все. Она провода вытащила. Провода. Она не поняла, что она повредит их. Провода. Вот смотри, как ящик я задвигаю. Ящик туда. Туда сбоку видно. И вот так вот. А дальше... Вот она плотно здесь вот все. Никогда не подумал бы, что кошка может залезть. И сейчас все, закрываю опять плотно бумажку. И она как-то лапой открывает. И вытащила, там крылышка-то нету. Но, видимо, пахнет. Ох ты какая, а! До чего ты шустрая и хорошая.